Приветствую на своем канале. Сегодня у меня очередной видеообзор вот такого вот вакуумного клапана канализационного от английской фирмы McAlpine Plumbing Product. Вещь довольно-таки дорогая. Вот мы видим адрес конторы, у которой заказал, на Озоне. Вот так она называется. Вентиляционный клапан-аэратор для канализации со смещением и прозрачной крышкой. Вещь увесистая, весит порядком 100 грамм. Давайте посмотрим, что же в нем внутри. А внутри все вот так вот аккуратненько. Вот это даже смазано смазкой определенной. Видите, руки даже смазались у меня. Все внутри тут смазано. Здесь вот мы видим, написано, что вентиляционная, вернее, труба 100. Все аккуратненько сделано. Она, видимо, разбирается здесь. Но лишний раз лезть туда не будем и разбирать не будем, ибо потом может не работать. Вот. Заглянем вовнутрь. Видим такие решеточки интересные. Короче, все хорошо сделано. Так, все хорошо сделано. Кому будет интересно, может, задавайте вопросы. В комментариях поясню. Я пока ее еще не ставил, планирую завтра поставить, потом отвечу вам на все вопросы. Вещь произведена в Великобритании и предназначена для больших объемов. Будем надеяться, что это поможет мне решить мою проблему с вонью на втором этаже. Я всех благодарю за просмотр. Всем огромное спасибо.